Я вас научу весело играть. Все, что захочу, я смогу нарисовать. Нарисуй картинку, Тёма. Вот цветные краски, кисти и фломастеры. Чудо к нам придет, и картинка оживет. Нарисуй картинку, Тёма. Знайте, что художником очень просто стать. Каждый может рисовать. Так, нарисуй картинку. Соня! 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 Привет, Тёма! Привет, Лиза! Привет, друзья! Я везде искала Соню, но не нашла. Вот она! Привет! Берегись! Соня! Ой-ой! Ты в порядке? Да! Да, но моя машинка сломалась. Не расстраивайся, Соня. Мы отвезем ее домой и починим. О, спасибо, Тёма. Идем домой. Вперед. Послушай, Лиза, нам не придется самим толкать нашу машинку до дома. Ведь есть специальная машина для этого. Она называется... Эвакуатор! Молодцы, друзья! Подождите, я сейчас! Знаешь, Соня, я могу давать тебе уроки вождения, если хочешь. Правда? Конечно! Ведь я же королева автомобилей! Стой! Ой! Рисовать эвакуатор я начну с колес. Кружок, а в нем еще один кружок поменьше. Вот так. Потом нарисую длинный прямоугольник. Это платформа. Точно, платформа? А зачем нужна платформа? На платформу можно ставить поломанные машины. Точно. Затем нарисую треугольник с одной закругленной стороны. Вот так. Это кабина. Кабина? А это зачем? Хороший вопрос. Это чтобы... В кабине сидит водитель, который управляет эвакуатором. Точно! В кабине я нарисую окно. Это еще один треугольник с закругленной стороной. Потом фары и бампер квадратной формы. Лиза, нарисуешь маячок? Запросто! А как его рисовать? Полукруг на крыше. Ах, да! Готово! А теперь нужно нарисовать кран эвакуатора. Это будет длинный прямоугольник. Затем я нарисую крепкую веревку с крючком на конце. А для чего эвакуатору кран, Тёма? Чтобы поднимать машины. А теперь, друзья, пора его раскрасить! Можем отвезти твою машинку домой. Лиза, теперь ты. Попробуй управлять краном. Ура! Осторожно, начинаю! Ура!
наш эвакуатор, Лиза. О, да! Ведь я же королева автомобилей. Не большеват ли для тебя эвакуатор? Чтобы получился эвакуатор, сначала нарисуйте два круга с маленькими кружочками внутри. Это колеса. Затем нарисуйте прямоугольную платформу. Впереди нарисуйте кабину водителя. А в кабине водителя нарисуйте окно. Потом фары и бампер квадратной формы. А на крыше полукруг. Это маячок. А теперь нарисуйте длинный прямоугольник, линию и крючок на конце. Это кран эвакуатора. Осталось только раскрасить его любым цветом. А теперь ваша очередь рисовать. Удачи! До встречи, друзья! До встречи, Тёма! До встречи, Лиза! До встречи, Соня!